Столетка. Но я заметил, что у тебя все время закуп стал по 250. Ну окей, тут твой выбор, ничего против не имею. Вы идете все в пятером на А. На Б у вас никого в этот момент. Почему ты в этот момент не стянулся на Б, я не понимаю. Тут у вас тоже какой-то пиздец происходит лютый. Идете. На Б никого при этом до сих пор нету, у тебя тип запушил яму, и все равно ты стоишь как бы... Ну окей, уже наконец начал притягиваться. Вот, твоего типа убивают, ты должен понимать, что тип где-то в стороне машины. Ты чекаешь слева, ну окей, про второго типа ты не знал. Было слышно, как тип перезарядился в апартаментах, и ты решил просто так пытаться раздефьюзить. Я не слышал, я пошел дефьюзить чисто на шару, потому что думал, что он слишком далеко отошел. Ну, окей, не слышал, значит, звук в игре ставим на максимум, чтобы ты слышал. Во, вот тут вот просто это... Вот это был эпик. Позиция под полосами, окей. Ты стоишь один. Слышно, в полосах был типов. И слышно, как зазумился эту полоску. Слышал смог, смотришь полосы. Ну, в том месте я не смотрел в это очко, потому что на тебя могли бы выйти с ямы, плюс чел вышел с ямы. И тут чел просто решает простреливать, просто так. Ты пошел на этот спрей, и потом вообще начал выбегать итогово. Вопрос, что тебя заставило это сделать? Выбежать из-под паласов, когда чел даже не в тебя шмалял. Он просто шил, он просто даже не знает, куда шить надо. Давай, Дэн, рассказывай. Страх того, что нас шьет до убийства. Смотри. Надо, тебе надо будет научиться понимать, что из чего по тебе стреляют, и в данный момент по тебе стреляли из МАГ-10. У него урон через объекты очень низкий. То есть он по тебе даже один раз попал на 4 хп. Чтобы тебя убить, ему нужно тебя попасть 25 раз. Согласись, это весь магазин. Как бы... Плюс он не по тебе же изначально начал даже стрелять. То есть вот он просто зажимает, ну да, там плюс-минус рядом с тобой, но он не убивает. Но по итогу он тебя забайтил так, чтобы ты вышел. Так что в этом плане, если по тебе начинают простреливать, то окей, старайся тогда пикнуть яму, потому что, ну, у тебя была информация, что тип был в яме, то что он убивал там одного из своих тиммейтов. И можно было бы сразу его пикнуть. На крайняк ты можешь всегда сместиться в другую часть паласов, вот в этот угол. Вот. Они вот так вот просто бездумно выбегать, и по итогу тебя просто убивают. А, вот, тут ты пошел в мид. С юспом. Идешь в этот угол зачем в коннекторе. Тебе не попал авик, ты продолжаешь стоять в этом углу. Опять увидел авик, и опять стоишь в этом углу. Вопрос, зачем ты стоишь в этом углу? Честно думал, хоть одного сниму. Хотя знал, что там АВП. А вот насчет того, что двух увидел, я их не видел. Я только про АВП говорил. Вот. С юспом на такой дистанции против девайсов ты навряд ли что-то сделаешь. Ладно. Тебя тут раскидывают, по итогу все-таки решаешь уйти, потому что тебе начинают попадать. Ну и тут тип с петухом просто пушат. А нет, точно, его убили, и ты решаешь, что он запушит зачем-то. Хотя, вот, вы просто дали энтри, и ты мог, ну, даже, окей, просто взять девайс и отойти с ним куда-то, но не пытаться выходить и стреляться с мидом, с типами, у которых есть все-таки девайсы, а у тебя чертов юсп. Согласись, это все-таки крайне тупо. Так, вот. Тут смог. Точнее, нет, ты подумал, теперь ты решил дать смог. Нет, я не подумал, я просто точку искал нужно. Я же тебе говорил, что точка, это, блин, ну ладно, тут, вот, вот сейчас ты более-менее правильно прицелился, и нужно было еще чутка слева, там есть вот такое белое, так, не знаю, в общем, чуть ниже прицела, там есть, блин, не могу сейчас показать, то, что мышки пропадает, ну ладно, я тебе все равно покажу просто, тут долго ищешь, кидаешь, окей, он кидает, непонятно куда, ты видел типа за тачкой, и тут ты врубаешь зум.
Смотри, зум вырубается только на средних и дальних дистанциях. В упоре ни в коем случае. Вот. Потому что из-за зума ты потерялся по стрельбе, и при том, кто мог убить сразу двух типов. Мечешься, как обычно, туда-сюда. Ну там. Пытался бы быть идеальную позицию. Ну, по позиции ладно, на планете я тебе расскажу, какой тип убивает под ямами. И там, ну, на бенше это большой выход идти. Но при этом всем ты на карте не увидел бомбу. Соответственно, эта бомба может быть где угодно. Она, блядь, мне даже шла по андеру. Вот. В твоем случае, когда ты стягивался бы на Б, нужно было сначала чекнуть андер, не идет ли опять же кто-то с андера. Чтобы эти мейты что это поняли, и, ну, у них была хоть какая-то инфа. А так, ты по итогу стягиваешься на Б со своим тиммейтом. А пачка в этот момент такая оп-оп-оп. И бомбка с гринплэнт на планте. То есть лишние бабки по итогу вы подожгли типам. Так, ну тут... Тут начинается ваша серия проигрыша раундов. Первого тиммейта на миде убили, второго там в яме. Здесь понимаешь, что вышли на мид, ну есть типы в яме. Причем тип не один в яме был, потому что уже твоего второго типа убил второй тер. Потому что у него другой ник. Вот. Тут ты Ну, кидаешь здесь просто я понял мою флешку. ошибочку, но мне повезло, что он не успел вовремя убить. Хотя мог я его ослепил как раз в тот момент. Тебе повезло, что ты его каким-то раком убил еще, потому что я не знаю, как Ну, так только пуля последняя выйдет. пуля зашла в хэд. Ну, при этом, да, ты не нормально. целился в нее, у него. Но это ладно. Флешка просто, опять же, это уже изначально понял, отвратительная. То есть, ну, если бы Тер не запрыгивал бы на ящик бы, он тебя спокойно бы убил в этот момент. Да, но он был в последний момент его ослепило. Ну, это да, все. Ситуация 1-4. Понимание там, что на миде до хрена народу. Ты берешь там М-ку, калаш. Нет, все, я И, какая-то здесь. кстати, и что тебе нужно было сделать сейчас, по твоему мнению? Пойти на Б? Ну, А, зачем? точ а точнее пойти на Б, потому что плент поставили. Ситуация 1 в 4. А, ну засейвить, ладно. Правильно, засейвить. Ситуация 1 в 4. И причем все твои оппоненты фуловые. Поэтому как бы... Мне, кстати, тоже говорили засейвить. Ну, я Но такой, ты ну, на пошел в Дженкинсе сторону пошел. коннектора и Да, умер. причем самую крутую точку, где этот снайпер прям идеально будет стоять и ждать этот проход. Так, вот тут на тачку ты запрыгиваешь. Я не знаю, почему ты смотришь в сторону машины. Когда ты запрыгиваешь, надо смотреть в сторону Б апартаментов. Я же тебе объяснял, что в любое направление у тебя одинаковая скорость персонажа. Когда ты запрыгиваешь так, ты просто подставляешь свой бок, и тип, который будет бэкхаусить, он тебя спокойно убьет. И ты не сможешь дать там, может, инфу даже хорошую, там сколько их именно было. Тебе надо всегда смотреть в сторону оппонента, а не вот так вот в сторону машины, и потом разворачиваться. То есть запрыгиваешь все время боком на машину. Тут будет момент. Это еще подгорел молики так неплохо. Да, Вот я есть тип тоже в яме. чувствую, Он что я выходит. бы И ты почему-то решаешь достать гранату, вот мне когда видна его голова. Вот тут... Я не знаю, как он тебя, конечно, не убил. Тебе Ну, не просто... убью уже. Ну, нельзя так играть, типу... Ой, ну он же меня все-таки не убил. Потому что, блин, в другой любой ситуации он бы тебя убил. Тут просто ему повезло, что он не законтролил правильно спрей. Тут у тебя мало хп. Ситуация, опять же, 1 в 4, то что у тебя тиммейт АФК стоит. Ну и ты решаешь пойти в яму. Стоял, посмотрел там, подождал. Тут тип в яме сидит. В этой ситуации такое себе было пушить, уж лучше было бы ожидать их под пласами. Потому что у тебя все-таки лоу хп. Прыгнул на тачку, запушил Б. Ну и тут, понятное дело, что окей, чекаешь мид, никого не видишь. И надо перейти уже прицел на коннектор. Потом ты проходишь так наполовину. Уже просто посреди, так сказать, вот, уже тут стоял, и только тогда ты уже повернулся в сторону коннектора. Вот. А так бы, если заранее смотрел бы, то мог, в принципе, и убить этого авапера. Тут уже вы ситуации остаетесь втроем просто. Дэш Вандер.
Опять же, не знаю, зачем вандер, хотя ты шел с типом с пачкой, и лучше бы вам было выйти вместе. Мне банально это думаю, нафиг такой думаю, пойду-ка я вандер, вдруг там какая-нибудь сволочь стоит. Но потом я понял, что это не страна террористов, а страна контртеррористов, поэтому там незачем идти так. Нет, тут с Сандрой приходится, если вы занимаете мид, но вы вдвоем шли с пачкой на Б, и в вашей ситуации стоило бы выйти вдвоем на Б. Да. Ну тут ладно, ты убиваешь одного типа, тем самым стягиваешь оппонентов на аплент, и причем вы так разминулись удачно, что казачники пошли по КТ на Б-плент, и пошел через Б-апартаменты. Тут момент тоже, что ты как-то, не знаю, потерялся, что ли. Чел выходит из-за плента сзади, ты как-то смотришь вообще не туда, куда нужно. Да, да. Говорит, он сам не убивает, хотя видит. Ну, это тоже, конечно, но все равно. Ну и по итогу, ладно, раунд первый взят. Дальше бежишь на Б. О! Офигенная фишка. О. Так. Ну ладно, она еще плюс-минус была полезна, потому что чел запрыгивал на тачку. Правда, я не знаю, почему ты не заметил этого типа на тачке. Вот, ну вот, вот как ты не заметил его? Ну как? Я шел, я кинул флешку, сделал так, чтобы меня видел, что в ответку кинули. Увидел человека, в итоге я увидел только того, который прыгал вот так вот, блин, чекал. В итоге я понял, что он там только один, а вот второго я вот сейчас его только сейчас увидел. Ну, я не знаю, проснись, что ли, как. Ну, пол модельки же видно. То есть, за это время он был еще full flash, ты его мог спокойно убить. По итогу ты пытаешься убить правого, а не левого. И как бы. Что тип заходит на пустой аплент. И поставил он причем пачку под тебя. Окей. Ты мог остаться на шарте, мог остаться в коннекторе. Но зачем-то ты выбираешь крайне дерьмовую позицию на голове с ВП. Хотя в той ситуации, окей, можно было бы еще уйти в яму и смотреть с ямы. Но никак не на голове. Ни с ВП. Это просто потому, что типы, если пойдут с коннектора и с джангла, у тебя будут очень близкие позиции. И АВП в близких позициях крайне бесполезно. Получилось, одного-то я успел убить, а второго нет. Потому что я в этот момент как раз осознал минус АВП. И хреновой позиции. Одного-то я убил, второго нет. Ну просто изначально позиция была очень и очень дерьмовой. Еще один раунд из названия ВТФ. А, точно! Ты кинул флешку через верх. Кинул сейчас флешку между. Она отступила всех. И тут перед тобой три типа. Я не знаю, что с тобой происходит. Ну, точнее, ладно, одного ты убиваешь, который был в упоре. Но потом ты теряешься, пытаешься убить того типа, который видел у дефолта, и только потом уже пытаешься убить его. А нет. Ты увидел типа у Файера, но зачем ты переводишься на типа, который стоит под головой? Хотя два типа стоят у Файера. Я просто вот смотрел на это и не понимал, как такое может быть. То как такое может быть? Паника называется. В чем? Они слепые стоят перед тобой же. Ну, ты убил одного. Все. Ты убил одного в упоре. Ты знаешь про типа, который стоит в дефолте, стоит, который у Файера. Тебе их надо убить и пытаться сделать так, чтобы они тебя один на один у тебя шли. Но ты почему-то решил пойти и стреляться вот с этим типом. Как бы тебе это крайне невыгодно, потому что у тебя вот здесь два оппонента стоят, согласись. Вот. И нужно сначала их убить, и потом уже убивать вот этого. А не наоборот. Вот. То есть, по приоритету стрельбы, да, ты начал правильно. Ты убил сначала того типа, который ближе к тебе был. Но потом тебе надо было постараться как-то аккуратно сыграть и уже аккуратно поубивать вот этих двух типов. Но не лезь сразу же на всех, ну, точнее, не открывай сразу под всех. А, во, ну тут, ну вот, я вот, знаю, вот я это, знаю, это был, я знаю, это просто, бесполезная граната. Это просто комбо, раз, ну ладно, она еще отбаунсила от комода и могла ослепить типа, который запрыгивал на тачку. Но потом хаешка, ну ты же видишь, что-то летит в стенку, блядь. Мне так было в тот момент, и
момент без разницы, как я кидаю. Я знал, где примерно стоят щелы. Ну, я понял, что гранаты надо брать, а вот как гранаты кидать Денчика, он что-то особо не парился. Я заметил, просто так, 300 баксов в стеночку. Тут ладно, ты идешь. А, вот, тут тоже неплохой раунд. Ну, флешка максимально такая себе. Она прямо отбаунсит обратно. Здесь опять кучу народу. Тебе повезло, что... Меня там ослепили почти. Тебе повезло, что тип тебя не ослепил, то, что она улетела правее за ящик. Вот. Да. Убиваешь его, у тебя разменивают. Вот, но тут дальше включаешься ты уже за бота. Потому что у нас было, осталось три игрока. Вот. И тут ты делаешь, в принципе, все максимально офигенно. Ты убиваешь первого типа в яме. Второго. Второго ослепился. Сам себя причем там они друг друга. И тут третьего. Все. У тебя есть инфа, что последний на миде. Все, он убил твоего тиммейта. И тут ты начинаешь вытворять какую-то дичь. Куда-то бегать, куда-то смотреть, что ты... Вот что в этот момент в твоем мозгу происходило? У тебя есть инфа, что последний на миде. Вот. И у тебя лежит еще пачка там. Да, почему ты начинаешь метаться по пункту? То есть, окей, ты смотришь в сторону мида, вдруг тебя пикнет. Встаешь между вообще в угол такой. Мама, ради меня, брат, то что творится? Постоял в углу, подумал, вот тебе это кикнул за то, что он... А, вы его выгнали, понятно. Все, окей, ты собрался с силами такой. Понял, надо тащить этот раунд, только я смогу вытащить и все. Но надо сначала для этого забрать пачку, которая лежит на миде. Тут ты собрался с мыслями, вышел в мид, да, никого не такой, видишь. Бля, где он, нёб твою дивизию, а? Вышел в мид, окей, взял пачку и бежишь в сторону плунта. Тут какой тип по тебе стреляет. Иди дальше. Да. Ты начинаешь, окей, подождал какое-то время. Он слышит, непонятно куда. И начинаешь идти к нему спиной. Вопрос, зачем? Что зачем? Я пытался плэт поставить. Ну я же тебе рассказывал, что какую бы кнопку ты ни нажал, у тебя одинаковая будет скорость. В своей ситуации нельзя идти к нему спиной, все, у тебя есть прямая инфа. Ты должен идти к нему наоборот лицом, чтобы если он тебя пикнул, ты был к этому готов. А не так, что ты идешь к нему спиной и по итогу... Здрасте. Ты, по сути, вытащил раунд из жопы. Ты там 3 минуса дал в яме. Но ты просто слил этот раунд тем, что пошел спиной. Тебе надо было идти, опять же, к нему лицом. И все. Ты бы мог его в этот момент тогда перестрелять. Вот. То есть, когда у тебя есть уже гарантированный инфа, где твой последний оппонент, никогда не иди к нему спиной. Понятно? Да. Отлично. Я надеюсь, это запомнишь.